Люди, которые бегут сюда, как беженцы, отмечу, как беженцы, им предоставляют здесь жилье бесплатно. Да, не апартаменты, как они рассчитывали, не пятизвездочные отели. Им предоставляют бесплатное питание. Детям предоставляют смеси, памперсы, все, что необходимо детям, женщинам, медикаменты, волонтеров украинских, так же самое поляков, очень много, все поляки, буквально больше даже, чем украинцы, помогают нашим украинцам, предоставляют им крышу над головой. Они крутят носом, они приезжают сюда, думая, что им здесь дадут квартиры, что им тут дадут денег и будут их содержать тут бесплатно. Да, они делают это все бесплатно. Мы работаем по 12 часов. Мы платим тут за свое жилье. Мы покупаем продукты за свои деньги. Те, кто в Польше, зарабичане. И эти же зарабичане помогают своим украинцам, которые сейчас, на данный момент, все идут, бегут сюда. И вы, недовольные, что вам предоставили не те условия, я в шоке просто. Крутите носом, что у вас